Ольга одна воспитывала дочь Лену. Муж Ольги погиб, когда девочка была еще маленькой. И сегодня Ольга была счастлива, ведь Лена только что сообщила, что сдала сессию на отлично и заработала повышенную стипендию. А вот эти ничего, тонкий аромат. Оцени. Фу. Ольга Богданова, 39 лет, продавец в парфюмерном магазине, вдова. Для меня резкий, по-моему, с пачулю перебрали. Старушечий вариант. Ты ничего не понимаешь. Елена Богданова, 19 лет, студентка химико-технологического института, дочь Ольги, не замужем. У нас эти духи-малолетки коробками берут. Дешево и сердито. Хорошо. А вот эти попробуй. Мама, у меня для тебя еще одна новость. Хорошая или плохая? Классная. Я замуж выхожу. Что? За кого? Его зовут Игорь, ему 26, он архитектор. Начинающий, правда, но перспективный. Ему недавно дали диплом за лучший дизайн-проект. Так, стоп! Ленка, ты в своем уме? Тебе еще 4 года в институте учиться. Короче, приходи в себя, слышишь? Даже не думай. Ну, началось, я так и знала. А чего ты ждала? Да, я категорически против. Ты еще скажи, только через мой труп. Именно. Я тебе запрещаю. А я у тебя разрешения не спрашиваю. Я тебя информирую, ставлю перед фактом. Я дочь одна растила. Муж погиб, Лене тогда 8 лет было. Я ведь ей жизнь посвятила. На двух работах работала, ни с кем не встречалась. Берегла ее детскую психику. От чего берегли-то? И зачем? Ну а как бы я привела в дом незнакомого ей мужчину? А сейчас она сама мужчину привела и меня не спросила. Мам, познакомься, это мой жених. Здравствуйте, Ольга Михайловна. Меня зовут Игорь, и я очень люблю вашу дочь. Игорь Старостин, 26 лет, архитектор в коммерческой фирме, не женат. Мам, мы скоро поженимся, нравится тебе это или нет? Мое мнение дочь абсолютно не интересует. Я ведь ей добра желаю, почему она этого не понимает? Ну, большинство родителей убеждены, что желают детям добра. Только это далеко не всегда оказывается добром. Я точно знаю, что ранние браки ни к чему хорошему не приводят. Пока не знаю как, но я ее отговорю. Потом спасибо скажет. Знаете, реже всего спасибо говорят тем родителям, которые никогда в своей правоте не сомневались. На следующий день Ольга встретилась со своим любовником Сергеем. Ей очень хотелось рассказать о своих переживаниях относительно дочери и обсудить встречу с психологом, которая посоветовала Ольге перестать контролировать дочь. Дочерью воюю. Не заморачивайся. Так, все, малышка, мне пора. Сереж, может, останешься еще ненадолго? Не могу. Сергей Громов, 42 года. Начальник инвестиционного отдела в энергетической компании. Любовник Ольги. Женат. Жене обещал сегодня пораньше прийти. Я же сейчас типа с инвесторами встречаюсь. Так что время вышло. Ольга в очередной раз поняла, что Сергея не интересует ничего, кроме секса с ней. Женщина устала быть любовницей. Ей хотелось простого семейного счастья. Ольга была полна решимости спасти дочь от раннего брака, но никак не могла придумать, как это сделать. Мама, тебе боженинки купили. Спасибо. Вам помочь, Ольга Михайловна? Нет, не надо. Да у вас нож тупой. Разрешите? Я вам не нравлюсь. Заметно? Конечно. Я понимаю, вы за Лену беспокоитесь. Это нормально. Вы мать. Я вам обещаю, что я ее не обижу. И стеснять мы вас тоже не будем. Квартиру хотите снимать? Зачем? Свою купим. Сразу после свадьбы возьмем ипотеку. На первый взнос я накопил. Порядок. Спасибо.
Из ресторана звонили, дали свадебную скидку. Ольга Михайловна, а я на балконе горные лыжи видел. Скажите, а вы катаетесь? Игорюш, мама кандидат в мастера спорта. 10 лет назад на городском чемпионате золото взяла. До сих пор гоняет. Ничего себе. А я вот с детства мечтал научиться. Научите меня, пожалуйста. Ладно, научу. Хоть кто-то разделяет мою страсть. Спустя некоторое время Ольга приняла Игоря в семью. Он оказался добрым и порядочным мужчиной. Теперь каждые выходные они все вместе ездили кататься на лыжах. Я в шоке. Ты стала отлично спускаться с горы. Тренер хороший попался. Ольга Михайловна, вы лучшая. Спасибо, Игорь. У тебя талант. За месяц годовую программу освоил. А вот Ленусик к лыжам равнодушна. До сих пор с детьми на ватрушке катается. Спасибо. Прошел месяц. В семье Ольги царили покой и согласие. Игорь переехал к ним. Молодые готовились к свадьбе. Ольга радовалась за дочь. Ее жених оказался замечательным человеком. А это ты, Игорь? Ты ж тут рано сегодня. Да вот, решил себе отдых устроить. Ясно. А я вас хочу сегодня яблочным пирогом побаловать. А можно я здесь с вами побуду? Да, конечно. Я люблю вас. Что? Вы слышали? Я думал, что люблю Лену. Но тогда я еще не знал вас. А чем больше я вас узнавал, тем больше понимал это. Я люблю вас, Ольга Михайловна. И ничего не могу с собой поделать. Игорь! Игорь, ну это же ерунда какая-то. Да ты мне в сыновья годишься. Ну, да и вообще, ну это же бред. Ну, бред. Я люблю вас. Я просто с ума схожу. Двадцатилетняя дочь Ольги Богдановой, Лена, заявила, что собирается выйти замуж. Ольга пыталась отговорить дочь от необдуманного поступка, но девушка была настроена решительно. Когда в квартире появился жених Лены, Ольга холодно приняла избранника дочери. Но Игорь оказался замечательным молодым человеком с хорошим образованием и высокооплачиваемой работой. К тому же он был в восторге от того, что Ольга профессионально занималась горнолыжным спортом. Игорь и Ольга стали хорошими друзьями. Но однажды Игорь признался Ольге в любви. Я не знаю, что на меня нашло. Это какое-то безумие. И насколько далеко зашло ваше безумие? Дальше некуда. Мы встречаемся почти каждый день. Игорь, что мы делаем? Оля, родная моя, это называется любовь. Нет, это называется предательство. Я каждый день предаю свою единственную дочь. Ой, сплю с ее женихом. Ну, мы же любим друг друга. Это главное. В нашем мире есть только мы. Я люблю Игоря. И это самое страшное. Но только Лене я в глаза смотреть не могу. У вас все равно есть только два варианта. Либо вы продолжаете встречаться с Игорем, и тогда Лена рано или поздно все узнает, или вы с Игорем расстаетесь, но тогда Игорь практически наверняка расстается с Леной. У меня просто нет сил уйти от Игоря. Я так давно мечтала о чем-то подобном. Но только и дочь я не могу сделать несчастной. Значит, придется из двух «не могу» выбирать то, которое могу, хотя это очень трудно. Ольге было очень стыдно перед дочерью. Она избегала общения с ней. А счастливая Лена готовилась к свадьбе и ничего не замечала. Мамулечка, можешь меня поздравить? Я наконец-то нашла платье своей мечты. Ну, и цена адекватная. Ну как? Мило.
Я вообще-то между двумя разрываюсь. Вот, смотри. Но это гораздо дороже. Брендовая Италия. Я вот думаю, поддержать отечественного производителя или нет. Или вообще выпендриться и выйти замуж в красном. Лен, ты знаешь, я решила уехать. Бабушкин дом еще крепкий. Наведу порядок, цветы посажу. Ничего себе. Мам, я, конечно, понимаю, что мы тебя достали, и ты хочешь отдохнуть, но свадьба ведь на носу. Давай после свадьбы. Ты не поняла. Я решила уехать насовсем. Как насовсем? А что случилось? Ничего. Решила кардинально изменить жизнь. Не ври. Я тебя знаю, с Сергеем своим поругалась. Мам, давай поговорим. Не могу. На работу опаздываю. Пока. После того, как Ольга сообщила дочери о своем решении уехать, назад пути уже не было. Игорь, короче, тут такое. Мать решила уехать. Куда? На родину, 500 км отсюда. Там в деревне от бабушки дом остался, 10 лет уже стоит. Она сначала его продавать хотела, потом передумала, потом как дачу использовала. А сейчас решила переехать. Надолго? Говорит, навсегда. Да, мама полна сюрпризов. Уехать накануне свадьбы единственной дочери, вот кому рассказать, не поверят. Ольга Михайловна, а вы что, правда уехать собрались? Да, и это не обсуждается. Но мы не должны ее отпускать. Ольга была уверена, что приняла единственно правильное решение. Она не хотела ломать дочери жизнь. Ольга не знала, как иначе выйти из ситуации, поэтому решила просто убежать от нее, спрятаться. Ольга Михайловна, откройте. Вы нам хоть объясните, почему вы хотите уехать? Хотите знать? Ладно. У меня есть друг. Любовник. Одним словом, мужчина, которого я давно люблю. Раньше я не могла оставить Лену, потому что она была маленькая. Сейчас Лена выросла. Даже вон замуж собралась. Теперь она в надежных руках. Скоро вы поженитесь. Я за нее спокойна. Самое время устроить свою личную жизнь. Мам, ну конечно, ты все правильно решила, и мы не будем тебя отговаривать. Только есть один маленький нюанс. Твоя единственная дочь выходит замуж. И я очень обижусь, если тебя не будет на нашей свадьбе. Давай ты поедешь после свадьбы. Ольга Михайловна, не уезжайте, пожалуйста, вы нам очень нужны. Нет, все уже решено. И не нужно меня отговаривать. Завтра же куплю билеты на поезд. Мне так удобно. А свадьбу сыграете без меня. После принятия решения об отъезде Ольге стало легче. Женщина надеялась, что если они с Игорем перестанут видеться, то он ее забудет. О своем бывшем любовнике Сергее Ольга даже не думала. Она игнорировала его звонки и сообщения. Ты меня избегаешь, не отвечаешь. Что случилось? А ты не понимаешь? Нет. Ну, ты вроде бы умный. Все просто, Сереж. Я тебя бросила. Оля, ну, что ты такое говоришь? Я тебя люблю. Хорошо, я вел себя по-свински. Но я все исправлю, обещаю. Да не нужно мне ничего от тебя, Сереж. Ну, ты все правильно говоришь, все правильно делаешь. Ты умница. Ну, помучила меня, ну, хватит уже, Оль. Сережа, перестань, пожалуйста, услышь меня. Я тебя бросила. Ну, Олечка, ну, что ты такое говоришь? Ну, зачем? Хочешь, я брошу жену? Я разведусь. Сережа, я только сейчас увидела, как ты смешон и жалок. Я ведь никогда тебя не любила. Иди к семье, Сереж. Тебя ждут жена и дети. Прощай.
На следующий день Ольга уволилась с работы. Все было готово к отъезду. Ее сердце разрывалось от любви к Игорю. Но женщина была абсолютно уверена, что поступает правильно. Это правда? Что? Любовник. Но у тебя правда есть, только не ври. Был, мы расстались. Мне сейчас вообще не до чего. Игорь, у нас нет будущего. Пойми это, пожалуйста, и хватит уже. Оль, не уезжай, пожалуйста, я не смогу без тебя. Давай Лене все расскажем, я больше не могу ей врать. Даже думать об этом не смей. Я не хочу сломать жизнь моей единственной дочери. И тебе этого сделать не позволю, ты меня понял? Не кричи на меня. Оль, ты подумай, как мы будем жить друг без друга? А нет никаких мы. Есть ты и Лена. А я завтра уеду. Исчезну из вашей жизни навсегда. Ольге было тяжело расставаться с Игорем, ведь она его очень любила. Но назад пути не было. Все было готово для отъезда. Игорь мне все рассказал. Как ты могла, мам? Я ведь беременна. Доченька милая, я так виновата. Ну, я все исправлю. Я тебя ненавижу. Я вас обоих ненавижу. Будьте вы прокляты. У меня в голове не укладывается. Я Игоря боялась с подружками знакомить, чтобы не увели. А тут на тебе, мать родная. Да ты не мать больше, поняла? Леночка, это кошмар какой-то. Я исчезну из твоей жизни. А вот это ты правильно говоришь. Убирайтесь вон из отцовской квартиры. Оба. Ольга Богданова одна вырастила дочь Лену и была в ужасе, когда та заявила, что выходит замуж. Ольга сначала холодно приняла избранника дочери, но Игорь оказался замечательным молодым человеком. Однажды он признался Ольге в любви. Женщина не смогла устоять перед женихом дочери. Они стали любовниками. Эти отношения сводили Ольгу с ума, ведь она предала свою единственную дочь. Женщина решила исправить ситуацию. Она собралась переехать жить в город своего детства. Но влюбленный Игорь не позволил ей этого сделать. Он рассказал Лене об их связи с Ольгой. Нам с Игорем пришлось уйти из дома. Сейчас мы с ним снимаем квартиру. Если ты не вернешься, я не выживу. Я не смогу без тебя, понимаешь? Лен, ну сколько можно? Ну пойми. Я люблю твою маму. Мы с тобой не сможем быть вместе. Я все равно буду любить тебя всегда. Лен, уходи. И перестань за мной бегать. Родится ребенок, я буду тебе помогать. Я люблю Игоря, но чувство вины перед дочерью перевешивает все. Ты за что вины-то? За то, что от вас вообще не зависело, что Игорь в вас влюбился? И вообще, даже когда вам удастся поговорить с дочерью, вам всем еще очень долго будет больно. Она не хочет со мной разговаривать. Грозится сделать аборт. Я уже даже готова расстаться с Игорем. А что изменит ваше расставание с Игорем? Он что, немедленно снова влюбится в вашу дочь? Ольге не удалось помириться с дочерью. Они с Игорем поселились вместе на съемной квартире. Женщина устроилась на новую работу, но ее постоянно мучило чувство вины перед дочерью. Лена по-прежнему не хотела встречаться с матерью и сбрасывала ее звонки. Ольга сходила с ума, разрываясь между любовью к Игорю и к дочери. Я тебя ненавижу! Дай ей время. Она все поймет и простит. Не думаю, такое нельзя простить. Ольга не спала всю ночь. Она очень переживала. Утром она решила еще раз попытаться поговорить с дочерью. Лена! Только не убегай, пожалуйста. Разреши мне быть рядом. Какой у тебя срок? Мамочка,
Мне так плохо. Так плохо. Прошел месяц. Дочь попросила Ольгу вернуться домой. С Игорем Лена не общалась, но, казалось, спокойно относилась к тому, что ее мать встречалась с ее бывшим женихом. В тот день Ольга сообщила дочери, что уезжает в Альпы судить соревнования. Дочь, ну пойми, меня же сам президент федерации соревнования судить пригласил. Но я не могу отказать. Да и покататься в Альпах. Ну когда еще такой случай представится? Ну ладно. Только ты мне звони, часто-часто. Ну, конечно, моя милая. Я по телевизору услышала, что вдовой Силовина сошла. Мама там, вдруг с ней что-то случилось. Я ей звоню, у нее автоответчик. Я с ней с утра разговаривала, она сказала, что поехала покорять самую крутую трассу в Швейцарии. Я поражаюсь тому спокойствию. Дорогие, я сейчас не могу ответить на ваш звонок, но я вам обязательно перезвоню. И так уже 3 часа. Игорь, что нам делать? Лен, успокойся, Оля, опытная спортсменка. Все будет хорошо, скоро сама перезвонит. Мам! Ну, наконец-то! Мама погибла под лавиной. Прошло 5 месяцев. Лена родила девочку, которую назвали Ольгой в честь бабушки. Вот только Ольга не погибла. Она поняла, что Игорь сможет отказаться от нее и остаться с ее дочерью, только если будет знать, что Ольга умерла. И женщина решила инсценировать свою смерть. Лена была в курсе плана матери и хорошо ей подыграла. Ольга уехала в свой родной город. Иногда она тайком приезжает, чтобы встретиться с дочкой и внучкой. Иногда всем известный любовный треугольник складывается не вполне обычным образом. Ну, как это было в семье Ольги. Ну, наверное, когда один мужчина оказывается между 2 женщинами, из которых 1 дочь, а 2 мать, это ну, 100 раз сложнее, чем треугольник традиционный. И при этом, именно в таких случаях, участники подобного треугольника нередко выбирают, ну, так скажем, довольно интересный выход из положения – уступить. Но смотрите, Лена любит Игоря. Но Игорь любит Ольгу. И Ольга любит Игоря. В этой ситуации уступить Игоря Лене можно только... Вот таким способом. Мы же с вами помним, иначе не получалось. Игорь все-таки тоже живой человек со своими желаниями. И что такое способ говорит об отношении Ольги к Игорю. Вот то-то и оно.